Эти артисты вниманием публики не обделены. Гастроли по всему миру обеспечили квартету признание далеко за пределами родной Австрии. В Норильской детской школе искусств музыкантов ждали с нетерпением и встретили радушно. В таком холодном городе очень приятно видеть столько теплых людей, такое количество добрых глаз. Прежде чем исполнить несколько композиций, гости рассказали ребятам о своих инструментах. Две обычные, но очень дорогие музыкантам скрипки. Кларнет сопранино позволяет играть очень высокие ноты и требует от исполнителя высокого профессионализма. А это контргитара с двумя грифами. Один из них с басовыми струнами и без ладов. Гармоничное сочетание этих четырех инструментов, по словам артистов, и дает оригинальное звучание музыки Шуберта и Штрауса. Музыканты играют вместе уже 30 лет. Венский талия-квартет – один из немногих коллективов, продолжающих старые традиции. Всего в музыкальном багаже 300 разножанровых мелодий – польки, марши, вальсы. С первых же нот зрители буквально погрузились в атмосферу старой Вены. Они действительно показали изящество, изысканность той музыки старой, которую они явно любят, обожают и пропагандируют на весь мир. В программу обучения воспитанников школы искусств входят произведения композиторов Западной Европы XIX века. Поэтому этот мастер-класс оказался полезным не только учащимся отделения струнных инструментов. В зале были и пианисты, и вокалисты. Я рада, что нашему городу повезло увидеть этих музыкантов из Австрии, что они... У меня такой восторг. Конечно, мы не знаем немецкого языка, а они не знают русского языка, но с помощью музыки мы поняли друг друга. Уже прощаясь, именитые артисты пожелали ребятам удачи и открыли секрет успеха. Австрийцы уверены, чтобы стать профессиональным музыкантом, сначала нужно научиться радоваться своему прилежанию, а после тому звучанию, которое получается в результате работы. Оксана Завгородняя, Сергей Карпов, Вести Норильск.